Самые умелые и благородные стрелки съезжались на рыцарский турнир со всего королевства, чтобы показать свое искусство. Лучший из них получал достойное вознаграждение. Они соревновались в меткости? О, Сью, я тоже хочу! Как думаешь, сможем так же? Ну, я даже не знаю. Пожалуйста, ты же все на свете из картона сделаешь! Ладно, может, не совсем так же, но тебе понравится. Я в этом уверена. Да и ребятам будет интересно, что скажете. Любите стрелять на меткость? Особенно, если есть призы. Пишите в комментариях, ребята! Начнем с палочки от мороженого. С помощью линейки отметим длину 9 сантиметров. И отрежем лишнее. Берегите пальцы, ребята, а лучше попросите взрослых вам помочь. Нам понадобятся две палочки подлиннее и одна чуть короче. Можно склеивать. Сэм, будь так любезен. Да-да, у меня уже все наготове. Я уже. Благодарю вас. Аккуратно наносим клей, ребята. И прикладываем. Подровняем немного. Нужно, чтобы короткая палочка была посередине. А в этой части должно быть свободное место. Сэм, принеси напильник. А? Ну да, у меня и это уже припасено. Прошу, миледи. Благодарю, милорд. Пропиливаем паз. На нем будет держаться натянутая тетива резинка. Вот что нам нужно. Главное, чтобы резинка хорошо держалась. Случайные выстрелы очень опасны, ребята. Ну, в нашем случае не очень, но ты прав, лучше их не допускать. А вот здесь точно пригодится помощь взрослых. Нужно маленькое аккуратное отверстие. Сэм, подай-ка еще одну палочку. Сию секунду! Та-да! Отлично! Начнем следующую деталь. Соблюдайте размер, ребята. Детальки должны отлично подходить одна к другой. Теперь выпилим точно по форме. Не повторяйте это без помощи взрослых. Готово! Я сделала маленькое отверстие вот здесь, и сейчас вы поймете для чего. Осталось скрепить механизм. Из кусочка скрепки сделаем мини-гвоздик. И загнем. Гвозди скорее забивают молотком, а не вставляют в заранее сделанные отверстия. Да ну, я и не знала, что ты плотник-эксперт. Как же называются такие штуки? Вообще-то, без понятия. Сюда нанесем клей. Это будет опора для нашего арбалета. А вот здесь будет крепиться резинка. Это тонкая работа. Будьте внимательны и не увлекайтесь. Такие вышли отверстия. Приклеим деталь к основе. Вот теперь похоже на настоящий арбалет. Да, ребята? Мишени, берегитесь! Закроем сверху для безопасности и красоты. И добавим каплю клея. О, какой красавец! Можно подержать! Разумеется, Сэмми, арбалет готов. Чувствую себя королевским стрелком! Похож! А теперь давай продолжим. Нам еще нужны мишени. А давай испытаем его. Давай, вот, держи. Только осторожно. Да, ребята, не направляйте его на себя и других. Стреляйте только в мишени. Классный выстрел. Переходим к мишеням, ребята. Главное не спешить, работая с ножом. Времени у нас много, а пальцев на руках всего 10. Теперь выдавим прямоугольники. Они нам больше не нужны. Сделаем 5 дырочек для будущих мишеней. Вы можете сделать и больше. Все зависит от вас, ребята. Сэм, принеси мне шпажку. Вот, Сью. Спасибо. Нарежу на палочки длиной примерно сантиметр. На них мы будем вешать мишени. Нанесу по капле клея для надежности. Вот такие части приклеим с боков. Старайтесь соблюдать точный размер. Вот, боковины готовы. Идеально! Дно нужно приклеить под наклоном. Здесь будет незаменим горячий клей. Сюда будут падать сбитые мишени. Черный ход в коробку с мишенями. Давайте вырежем. Ребята, если будете вырезать это сами, помните мое правило о пальцах и не спешите. Вот такая получилась дверца. Собираем в единое целое. Не жалейте клея и будьте очень осторожны.
Ого, Сью, это уже на что-то похоже! Надеюсь, это похоже на будущее стрельбище. Ручка для удобства. Последний штрих для нашей коробочки – это крышка. Чтобы дождь не попал! Пусть будет так, Сэмми! Какую выбрать? Как думаешь, Сэм? Берем побольше, Сью. Нужны настоящие испытания. Ну хорошо, сам попросил. Вуаля, стрельбище почти готово. Где там наш арбалет? Вот он! Немного доработаем его. Вот эту часть приклеим снизу, сюда. Сэм, принеси мне еще одну тонкую палочку длиной, как ширина дорожки. Сию секунду! А еще, ребята, нашему арбалету понадобятся ноги. Сью, готова! Надеюсь, не ошибся длиной. Спасибо, Сэм. У тебя отличный глазомер. Думаю, стрелок ты будешь хоть куда. Ой, ты думаешь? Спасибо. Я продела палочку в отверстие. Теперь закрепим ножки. Вот так. И установим все это на базу. Вот теперь наш арбалет крепко стоит на ногах. Круто! Я готов побеждать! Подожди, стрелок, еще нет мишеней. Готов ли ты сразиться с драконом, отважный Сэмми? То есть, конечно, готов, во имя чести! Вот это другое дело! Ребята, а как бы вы разукрасили коробку для мишеней? Пишите в комментариях! А вот и наши мишени! Напишем номера, чтобы выдавать призы! Ты сказала призы? Расскажи-ка подробнее, Сью! Еще совсем чуть-чуть и узнаешь, Сэмми! Решайте сами, ребята, вешать зубы цифрами вперед или назад. Мы устроим испытание с сюрпризами. Ну, для Сэма. Я-то знаю, что где висит. Осталось сделать призовые таблички с номерами. А я уже все подготовил. Сэм, это здорово! Тогда можем начинать. Стрелку, выбившему четверку, полагается маленькая конфетка. Надеюсь, я выиграю хотя бы ее. Вкусные печенья за номер 3. Правда, их всего 3 штуки. Целый сундук вкусностей за номер 2. Может, мне все-таки повезет? А кто выбьет X, не получит ничего. Эй, мы разве так договаривались? Я не знал, что можно совсем ничего не выиграть. Извини, Сэм, не такие правила. Только бы не это. И главный приз – нетронутая банка Нутеллы. Да начнется турнир. Вау! Предлагаю потянуть соломинку за право стрелять первым. Ой, как жаль, Сэмми. Ну ничего, будешь стрелять вторым. Что ж, удачи, Сью! Прости, Сэм, Нутелла моя. Так, первый номер сбоку. Как? Я же... Что? Ничего, Сью, повезет еще. Так, попробуем. Готовься, целься. Пли! Ура! Печенюшки! Давай же, давай! Эй, не так-то это просто! Нажимай плавнее и дыши равномерно, Сью. Не торопись. Мастер-лучник снова прицеливается. И... попадание! Ого, целый сундук конфет! Не может быть! Поправка на ветер? Стоп, тут нет ветра! Ладно, мягко нажать на выдохе. Вот это да! Я что, попал? Не может быть! Знаешь, Сэм, ты действительно классно стреляешь. Я немного схитрила, ведь я знала, где какие номера. Но ты оказался лучшим. Думаю, эта конфетка тоже твоя по праву. Сью, но ведь если бы не ты, у нас вообще бы не было такого крутого стрельбища. Думаю, надо разделить призы. Сэм, ты уверен? Уверен, что так будет по-рыцарски. Ты настоящий рыцарь, Сэм. Ты не сердишься за мое жульничество? Все мы порой хитрим, правда? И то верно. Ребята, надеюсь, вам понравилось наше стрельбище, и вы проведете собственные славные турниры. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. А главное, будьте рыцарями, ребята. До новых встреч! We'll be right back.